Сегодня в Чебоксарах на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой стартовало первенство Поволжья по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 13 лет. Более 200 юных мастеров малой ракетки из 10 регионов округа встретились в столице Чувашии, чтобы определить сильнейших. Многие приехали вместе со своими родителями. При решающей игре их поддержка особо важна. В город Сызрань мы к вам приехали первый раз в Чебоксарах. Очень впечатлены размахом данного мероприятия, вашим большим залом. Сын занимается, год с небольшим, настольным теннисом, ему 10 лет. Он очень этим загорелся, прогрессирует быстро, и поэтому попал в числе мальчиков, которые участвуют за Самарскую область. Для того, чтобы выйти на всероссийский этап первенства, теннисистам нужно победить в своей паре в предварительном и финальном этапах. Каждый участник мечтает стать лучшим из лучших. А играю 1 год. Мне очень нравится играть. Я хочу стать чемпионкой. У меня папа был чемпионом, он почти стал чемпионом, но из-за травмы спины он не смог. Поэтому я начал ходить на теннис, чтобы стать чемпионом. Я перед каждой игрой делаю зарядку, прыгаю, чтобы пульс больше стало и чтобы я не вот так вот ходил, как зомби. И я сразу готов был. Первенство будет проходить до 7 марта. По итогу победители среди мальчиков и девочек встретятся в мае в Башкирии, где и определится лучший игрок настольного тенниса России. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.